27-летняя Ксения Собчак и 33-летняя Ольга Бузова побывали вместе на вечеринке. Ведущая шоу «Дом-2» оригинально высмеяла свою предшественницу. Оксана Федорова собрала звезд на ежегодной премии «Прорыв года» своего журнала «Мода Топокл». И их награждали в московском ресторане «Модус». Среди гостей были Кристина Арбакайте, Рита Дакота, Наталья Подольская, Саша Савельева, Елена Летучая. В числе приглашенных оказались Ксения Собчак и Ольга Бузова. Две ведущие реалити-проекта «Дом-2», прежние и нынешние, сидели в зале вместе. Они были главными претендентками на награду «Прорыв года», которая в итоге досталась новоиспеченной жене режиссера Константина Богомолова. Ксения получила награду за свою авторскую программу «Осторожно, Собчак», которую выпускает на YouTube. Тележурналистка выбрала сдержанный образ для церемонии – зеленое платье и лаконичную прическу в виде пучка. Ольга потроллила замужнюю коллегу. Она с юмором похвалила ее внешние изменения, которые связала с успехом в личной жизни. «Только что я стала свидетелем, как Ксения Анатольевна отчитывается перед своим мужем. Как это мило, когда женщина любит, он просто прекрасен. Даже Собчак стала прекрасна. Посмотрите, какая красивая», – заявила Бузова. В качестве приза Ксении предоставили 7-дневное путешествие на Мальдивы.